Київ інтерактив VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала Крем, бо бенду нашого міста. Щоп'ятниці о 13 -ій. на Київ ФМ та на нашому Ютуб-каналі. Київ Інтерактив. Вітаю, кияни. Сьогодні такий незвичний трохи Київ інтерактів, адже. Поруч із Світланою Василенко. Сьогодні тут і я звати мене Андрій Карнаухов. І я намагалася його вигнати зі студії, але він сказав, але що оскільки сьогодні п'ятниця, і він прийшов на роботу раніше. Він просто зобов'язаний сісти зі мною в ефір. І тому ми вирішили, що це буде не просто інтерактів, а тому, що сюди приєднався Андрій Карнаухов, і у нас є гостя, і тому він це буде називається... Київ інтерактів VIP. Так. так а у нас сьогодні Марина Кінах. Можна говорити про цю жінку дуже багато, і все це буде правдою. Я тобі можу сказати, що з нею можна говорити дуже і, довго, говорити і дуже можна... багато, да і ніколи цікавість до її розмов власне в жодному разі не закінчиться. Вона давно живе на цьому світі, але багато лет, зробити, тому багато знає заслужена журналістка України, громадський діяч. Як ми з'ясували перед ефіром, саме її іменем названий Тюльпан. Нет, так, моим нет? именем названа гербера. Гербера. И это, кстати, второй случай в нашей стране, потому что. Тюльпан есть, который называется Джамала. Ага. И есть Гербера Леди Мара. Это, знаете, как ребенок. Вот у меня много детей. Это как последний красивый ребенок. Когда твоим именем называют цветок, это тебя уже на века как-то увековечивает. Мара, це якесь, не знаю, Нет, це это знаю, семейная призвесть. Нет, это была так, смешная история, когда я училась в Киеве. На Подоле, где мы с вами находимся, это мой район. Когда я выйду на пенсию, я тоже точно буду водить экскурсии по Подолу. Так вот, на Подоле жили в основном евреи в то время. И я с фамилией Оленичева. И поэтому у меня было такое прозвище. Меня звали Мара. И все говорили, Мара, ты где? И когда голландцы предложили назвать цветок моим именем, потому что 20 лет я провожу в Украине выставки цветов и ландшафтного дизайна, то они спросили, как бы вы хотели назвать цветок. Я сказал, ну не знаю, наверное, Марина, неинтересно, Мария есть. И все-таки подумайте, как вас называли в детстве. Я говорю, меня называли Мара. И забыла об этой истории. И когда началась выставка два года назад, голландская компания по выращиванию, потрясающая гербер привезла цветок и назвала его Леди Мара. Между прочим, он выращивается в Украине, в городе Вараж. Так что рассада уже есть, рекомендую к покупке, к посадке. Он очень красивый, он такой же высокий, как я, такой же большой и, мне кажется, такой же шумный, как я. В нем огромные листья и большие такие ярко-розовые лепестки. А у Марины Кинах, в улюблена квитка яка? Ну, Герберу назвали Марою, а... Ну, наверное, все весенние цветы, потому Потому что я майская, я телец, а это ландыши. Травм, я не Совершенно верно. Это ландыши, это тюльпаны, это нарциссы все весенние цветы. Я их очень люблю. Говорят, что они стоят недолго, но все-таки они ближе, чем розы, ближе, чем другие какие-то импортные цветы, которые у нас еще не растут, но привозятся мне ближе наши весенние. У нас така фішка Києв інтерактів. Ми говоримо афоризм і від нього відштовхуючись, говоримо на тему цього афоризму. І ось наш перший афоризм він про дитинство. Діти це янгулятка, чиї крильця стають коротшими протягом часу, коли ростуть їхні руки і ноги. Так сказав Лайонел Кауфман. І власне про дитинство з'ясували, що Поділ був осередком цього дитинства. Про що мріялося у дитинстві? и чи збулися мрії, втілилося у життя те, что хотілося? Конечно, мое детство было замечательным. Как бы сейчас не говорили о нашем плохом времени при Советском Союзе, я вам скажу, оно было очень хорошее, оно было веселое. У меня был двор потрясающий, замечательные родители, и мой папа заливал каток на подоле, и вся Почанинская, Верхний Вал, хоревая, все бежали и кричали «Дядя Вова, залейте каток!» И папа вытаскивал огромный шланг с третьего этажа, и с третьего этажа заливал большой каток и дети катались на коньках. На то время не было других, были гаги и снегурочки. Но это было детство. У нас во дворе играли в резинку, мы играли в мяч. У нас были огромные компании. Я ездила в пионерский лагерь 10 лет подряд в пущу водицу на вторую линию под названием «Волна». И это не просто радостное детство, это самые счастливые воспоминания. И мне казалось, что так будет всегда. Но жизнь несла свои коррективы, его спрашивают, о чем мы думаем. Мы все хотим быть счастливыми. Мы, женщины, хотят выйти замуж удачно. Что я и сделала? Я считаю свой брак очень удачным. Родить детей. Что я и сделала? Родить их много. Что я и сделала? Потом стать бабушкой счастливой. Ну, поэтому мои мечты сбылись, и я считаю себя абсолютно счастливым человеком. Если бы сейчас вам дали такую возможность вернуться в один из дней, Вашего дитинства, щоб це було за день, чи що б це було за подія? Я думаю, что, наверное, это был бы какой-нибудь день рождения, или 10 лет, или 15. Потому что тогда дни рождения отмечали всем двором. Это было так здорово. Выносили стол во двор на подоле, и там праздновали дети. И всегда не хватало места, чтобы пригласить абсолютно всех семьи жили одинаково, все в одинаковых квартирах, все, но хотела, чтобы их было больше, больше и больше. И вот сейчас бы если бы я вернулась. Мне кажется, особенно в силу сегодняшних событий в нашей стране и в мире, в силу пандемии, которая еще раз доказала нам всем, какие мы с вами социальные люди. Мы же не можем жить без объятий, без поцелуев, без мы, вот этих посиделок. Мы не, посиделок. Один одного, не можем верно. жить и один без одного. И вот э, хочется собрать всех, чтобы они были ближе, э, чтобы они пообщались, чтобы они запомнили вот эти минуты счастья. Вот я бы сейчас вернулась в свой день рождения, когда мне было 10 лет, и когда мама угощала весь двор пирожками, и мы пели песни, играли, и... Хотелось пригласить всех, а те, кого не звали, они смотрели с верхних этажей. Дом пятиэтажный, был большой, он и сейчас стоит, дом уже через два года будет сто лет, и он до сих пор в приличном виде, слава богу. Вот и дети смотрели сверху и жалели, что их не позвали. А потом кто-нибудь выносил музыкальный инструмент, и мы все играли, потому что в то время во всех интеллигентных семьях девочки обучались в музыкальной школе. Я ее и закончила. Номер один, Киевскую музыкальную школу, одну из старейших Киевских музыкальной школы, на улице Сагайдащина находится, а тогда была на Красной площади, теперь уже контрактовая имени Якова Степового. И вот те знания, которые мне дали в музыкальной школе, а закончила я ее ой-ой-ой, в 1974 году я до сих пор играю на пианино абсолютно все, начиная, извините, от Подольской Мурки или от Бесподола Киев невозможен до Лебединого озера. Что хотите, любую классику, джаз и... Это, наверное, вторая моя профессия, когда я уйду на пенсию, я, может быть, где-нибудь да, буду топером подрабатывать, да, да. Да, Может, тогда будет опять кинотеатры, в котором будет не мое кино. Сейчас же все меняется, каждый где день что-то новое. Играть, где можно будет играть на пианино. И мы, кстати, учились на всех музыкальных инструментах. У нас была специальность ансамбль. Нас обучали игре на гитаре, аккордеоне, даже на домре редком инструменте. Так что мы были способны, и эти способности несем дальше. Сколько проходит лет, Наши дети сейчас современное поколение, они абсолютно другие, они обучаются, безусловно, у них новые знания, новые навыки, у них языки но они как-то ограничены, вы знаете, в каком-то определенном предмете. Если они изучают биологию, то они биологи, они знают химию, биологию. Если они математики, они знают физику, математику, литературу. Это <свотчатку> политологи, <свотчат> И вот они <свотчат> какие -то. -то еще <свотчат> по Мы поженять. же знали Правда? все, понимаете? Я до сих пор могу решить любую задачу по математике, любую задачу по геометрии, по физике. И я знаю абсолютно все стихотворения, которые я учила и в школе, и в институте. І потім пела пісні, читала стихи своїм дітям, нині внукам. Любое, какое ви назовете, починає детських до взрослих, я можу сьогодні прочитати без всякої бумажки. А я сьогодні намагався помножити вісім на вісім на калькуляторі. О, я мдрістина стида і ось так ми плавно перейшли до наступної нашої теми. Це освіта Освіти та знання. знання. Так Андрію давай з усіх скарбів. Знання це найдороготінніший скарб, і його не можна ні вкрасти, ні загубити. Власне, ні знищити ця індійська мудрість про вашу освіту і ваші знання, От всі освіти, які ви здобули, наскільки вони знадобилися, і взагалі, як вони допомогли в житті. Ви знаєте, то в то время вище образование оно было настолько серйозним, оно было настолько высшим, що закончив будь-який господарний вуз Києва чи України, можно можна було в будь-якій сфері на сьогоднішній день. Наши знания такие были, что мы могли работать кем угодно. И закончив золотую медалью школу на родном Подоле, я поступила в Киевский автомобильно-дорожный институт. Ныне это Транспортная академия Украины. Я еще и поступила на редчайший факультет, который стратегически туда брали очень мало человек, всего 100 человек на курс. Назывался он «Мосты и тоннели». И закончила этот институт с красным дипломом. И даже была на последнем курсе в Дрезденской высшей школе инженеров транспорта, как человек, который получал повышенную стипендию. И после этого я успела очень мало, правда, работать в научно-исследовательском институте у корней проект «Сталь конструкция» и принимала участие в реконструкции нескольких киевских мостов, в частности, мостика на Петровской аллее, который в то время, еще в 1919 году, был построен по... Значит, студент Васянский был такой, и руководителем у него был Евгений Оскарович Патон, отец нашего недавно ушедшего Бориса Евгеньевича Патона. И мы получили чертежи, сделали этот мостик полностью. Его собрали на заводе имени Бабушкина в городе Днепропетровске, и за одну ночь мы его поставили. И никто даже не знал, что этот мостик стал новым. Это был 1900 1983 год. Мы получили большую премию. Я даже помню, что я купила себе золотые сережки, чем очень была горда. И считаю, что вот этот опыт работы мне очень много дал. Но когда началась уже перестройка в 90 году, мы стали с коллегами выпускать газету под названием Автодорожник. Я стала ездить по всей стране и увлеклась журналистикой. И потом поступила на заочное отделение Киевского университета имени Шевченко на факультет журналистики, который с успехом и кончила что вам сказать? Дипломы, дипломы нужны. И когда люди говорят, образование не нужно, это неправильно. Надо учиться и как можно больше. Мне уже много лет, и я каждый день учусь чему-то новому. После этого я оканчивала кучу всяких курсов в разные коммерческие вузы, хотя их очень не люблю. Я к ним сложно отношусь. Мне кажется, что все-таки дети должны учиться в государственных школах и в государственных вузах. Но это мое чисто субъективное мнение. Я так считаю. И мне мое образование дало все. Я смогла... Работать, и быть и пресс-секретарем известных людей, и объездить весь мир, и набраться знаний, опыта. Мне всегда все было интересно. Мне до всего всегда было дело. До всего. Можливо, и по сегодняшний без день. Без затекавленности, без интересу, неважливо, какой диплом приватные школы, державные. Но мне кажется, что в государственных школах все-таки какое-то другое отношение, там даже дети построены по-другому, они, У тебя, они ведут себя по-другому. Возможно, в еще раз говорю, это мое субъективное мнение, и я никому его ни в коем разе не навязываю. Но те дети, которые учатся в наших государственных школах, они чуть-чуть другие. Они загортованы. <свес> <Да>. <свес> заходишь <свес> <свес> в наш сотый лицей подол, у нас пахнет котлетами, бегают дети всю душу гам ну в этом же есть интерес учебы в школе когда я захожу до школы сына у меня такое відчуття, что я сейчас вернусь до своих учебных <свес> <свес> так может быть это же хорошо да, это какой-то флешбек какая-то ностальгия, какие-то ощущения, позитивные эмоции ну мы конечно меняемся, конечно приспосабливаемся сейчас под свои своих внуков, которые современные, умные. Мы не понимаем их часто, но все-таки принимаем к сведению, что так и должно быть. И уже подчиняемся их законам. Меня недавно внучки зарегистрировали, например, в Инстаграме. И когда мне пришла смс, что у вас 23 тысячи подписчиков, я подумала, каких подписчиков? Я ничего не подписывала. Оказывается, а бабушка, да мы тебя давно зарегистрировали. Мы же блогеры. Так что внучки у меня уже блогеры, а я к ним подстраиваюсь. А в ТикТок вообще? Не... Вот до ТикТока еще не дошла, но я не знаю. Наверное, сейчас уже внуки подрастают. У меня две девочки и шесть мальчиков. И я думаю, что мальчики у меня какой-нибудь ТикТок обязательно пристроят. Они говорят, бабушка у нас самая современная. Про журналистику, власне, пиар. Вот прямо зараз и поговорим. Мы, журналисты, говорим о публике, куда стрибнула кишка. Ну а далее уже публика сама занимается этой кишкой. Про это сказал выдавец Нью-Йорк Таймс Артур Сульцбергер. Gracias. Журналистика пришла, а коли когда пришли 90 новости и выдавалась газета "Автодорожник", так? в журнал что Это была газета, говорить? а потом этих газет было столько. Потом я устроила собственным корреспондентом абсолютно всех коммерческих газет, которые были открыты в Украине. Начала с Днепропетровской газеты свое дело, потом Львовская газета "Гальские контракты", потом Запорожская газета "Вечерний Запорожье" и так далее и тому подобное. Я устроила в 5 или в 6 газет сразу, мгновенно с в Киеве. Я успевала в один день побегать на 5-6 пресс-конференциях, отослать материалы тогда были факсы, быстро это все набрать. И в то же время началась заниматься рекламой, потому что тогда это было новое. Я приходила в коммерческие структуры, которые только-только создавались и говорила: вам надо здесь расположить. И я их убеждала в том, что это им надо, не мне, что они мне еще должны, должны сказать спасибо за то, что я взяла их рекламу. И на тот момент я зарабатывала очень приличные деньги, могла себе купить дорогой пиджак, только начали открываться магазины красивые. Я покупала дорогую одежду, я но я работала. Я утром садилась на поезд, доехала в Днепетровск. С петровска я ехала во Львов, со Львов, в Запорожья. Потом перелетала в Киеве. Так было все время. Я все время находилась в движении. Если меня выгоняли в дверь, я влазила в окно. Я стучала во все двери и говорила, откройте, а вот когда вы стучите, вам обязательно откроют. И, может быть, поэтому у меня все и получалось. А потом мне повезло, и я э, устроилась в Украинский союз промышленных предпринимателей пресс-секретарем сначала на полставки, а потом на целую. И по сегодняшний день я у них работаю пресс-секретарем. Я первая в этой структуре уходила в декретный отпуск. И, в общем, у меня много чего есть первого. Так, і тут правда про гендерну рівність чи гендерну нерівність. нерівність. Давай, Андрію. Тобі, як чоловікові, я даю. Вопрос такой серйозний, Андрій, гендерному равенстві. Жінки це найтаємніші істоти, напевно, взагалі на землі. Вони загадкові знають щось, що не знаємо ми, звичайні люди. Аркадій Стругацький йому належать ці слова. Як часто доводилося стикатися з гендерною нерівністю? Ну, взагалі, ми з вами. Красива на жінка, активна жінка. А якщо б ми були на телевізонному, то всі б увиділи. какого я роста и веса. И вот можете себе представить, ко мне какую-то гендерную неравенство. <реш> Звучит как погроза. И сейчас люди, которые, дай то Боже, колись не бачили Марину думают, знаешь, что это участница с доктора Назардона. мои 300 килограммов. Нет, конечно, конечно, у меня не 300, я все-таки считаю себя хорошо выглядевшей, выглядевшей женщиной. Знаете говорят, не, главное не молодо выглядеть, а хорошо выглядеть в своем возрасте. Я вообще безложный, скромный считаю, что я хорошо выгляжу в своем возрасте, но я никогда на не ниш... может ниш быть, хорошо. но я никогда не позволяла себя обижать, я не дам, я и защищать всех всегда буду так что мне этот вопрос немножко чужды, хотя я считаю, что гендерное равенство должно быть. И Украина, как вы знаете, женского рода. Я считаю, что у нас маловато женщин в политике, в экономике, в исполнительной, в законодательной власти. Мне кажется, что если бы женщинам сейчас дали бразды правления то они бы и войну выиграли. Помните, как Маргарет Тэтчер говорила, хотите выиграть войну, возьмите на переговоры женщин. Ну и мужчины бы к ним по-другому относились. Я, например, не вижу ничего плохого в том, когда муж сидит в декрете. Я считаю, что это равноправие. Если жена больше зарабатывает, у нее интереснее востребований работа, почему он не может побыть Домохозяинам. Чему-то по, по, Повоспитывать и... детей. Совершенно верно. А то недавно была такая история. Привезли, я занимаюсь детьми, у меня детский благотворительный фонд. Мы на Евмайбутне с моим партнером, волонтером Ксюшей Киевской. И вот мы часто помогаем детям. Вот в это воскресенье я, например, приехала в нашу больницу Ахмадет и услышала, как там ребенка папа быстренько завел кабинет, что-то он упал и так далее. И ему врач задает вопрос – какого года? Он открывает дверь и кричит в коридор. Маша, какого он года? Она говорит, до 14-го, 14-го. Но это же было так смешно, понимаете? Так вот, если бы они почаще были дома, они бы не спрашивали, Маша, какого он года, они бы точно знали. А женщина всегда знает и год, и место, и время, и школу, и что ребенок ел, все. Так вот, я считаю, что, учитывая равноправие, пусть и мужчины больше занимаются детьми. И сейчас время трудно, и все родители работают, и им нужно зарабатывать, выживать, им, детям остается мало времени, потому они предоставлены сами себе. Я это ощутила, работая два сезона заместителем директора школы «Леди» на культовом проекте телевизионном «От пацанки до понянки». И когда к нам приходили девушки, я просто удивилась, насколько они были зажатые, безграмотные, никому не нужные. Им родители не уделяли внимания И не потому, что они плохие, а потому, что так сложилась жизнь. И все-таки по окончанию проекта я пришла к выводу, что все зависит от человека. Если человек хочет, он всегда откроет интернет, прочитает, сходит в театр посадит дерево, купит букет цветов, разберется в какой-то ситуации. Ну, я не знаю, но ему будет все интересно. А если человеку не интересно, и как То девушка говорила, я батьки... фасую зелень сижу, зачем мне ваше лебединое озеро? Так это же дело ну в и девушки, С совершенно с докторским ступенем абсолютно поможет. не допоможет. И все-таки я считаю, что родители должны участвовать в жизни своих детей 24 часа в сутки. Они всегда должны знать, где находится их ребенок с кем он находится я всегда знаю где мои дети, с кем они дружат, какое они одели платье или костюм, куда они уезжают а иногда маме звонишь и говоришь где ваш сын она говорит где-то отдыхает что значит где-то вы должны участвовать и тогда вы точно знаете что ваши дети вырастут правильными людьми. Я нагадаю нашим слухачам. Я нагадаю нашим глядачам Київ інтерактів. VIP у нас сьогодні у гостях Марина Кінах. І сьогодні у цій студії, і сподіваюся, завжди у цій студії на Київ Інтерактів VIP буде заходити ваш улюбленець людина, яка керує своїми підписниками в інстаграмі, в Ютубі. Скажи своїм підписникам, щоб на нашу програму пальчики вгору ставили. Я сказав, що вони вже знають. Вони вони готові ще до виходу програми вже поставити пальчик вгору. Андрій Карнов, Слухав мій напарник сьогодні. З Мариною Кінах ми продовжуємо нашу розмову. До речі, якщо у вас є запитання, ви їх можете поставити на наш вайбер 098 009 98 98. Так, у нас про залишилася щастя. одна тема про щастя. І кожен коваль свого щастя Салюстрій сказав. Правда? Правда. Марина Кінах, до речі, сказала майже на початку програми, що вона абсолютно щаслива жінка. Да, я абсолютно счастливая женщина. У меня есть муж, у меня есть дети, у меня есть внуки, у меня есть любимая работа. И я нашла этот баланс между общественной жизнью, между своей работой и своей семьей, что очень важно. Я стараюсь успеть абсолютно все и быть хорошей мамой, и быть хорошей женой. И все-таки быть общественным деятелем и заниматься тем, что мне интересно. Я больше 20 лет занимаюсь детскими благотворительными проектами. Еще до рождения своей младшей дочери, которой уже будет 21 год, я провела первый детский праздник, благотворительный проект, такой интересный конкурс школьной формы это было так интересно. И потом каждый год эти праздники совершенствуются. Они проходят два раза в году. 1 июня на День защиты детей и 19 декабря на День Святого Николая. Когда началась война в нашей стране, мы добавили туда детей из префронтовой зоны. И на сегодня у нас это Маринская школа номер два. Уже трижды приезжали к нам целый поезд детей. И мы с ними прекрасно проводим время два раза в году. И вы не представляете, как для детей это важно. Поэтому, когда куча детей огромная выходит на сцену и говорит мне и волонтеру Ксюше Киевской, дорогие наши мама Марина и мама Ксюша, мы себя чувствуем абсолютно счастливыми людьми. Вы не представляете, как это важно. Я часто думаю, кому это больше нужно, тем детям, для которых я это делаю, или нам, взрослым. И вот знаете, это нужно нам больше, взрослым. Нужно нам для того, чтобы дальше жить и творить, и успевать при жизни делать добро. Пока у тебя есть для этого силы. Вот сколько я буду жить, столько я буду заниматься этими проектами, буду делать добрые дела. Говорят, что о них нельзя говорить, что добро любить тишину, никогда нельзя. А я теперь прихожу к выводу, что нужно говорить об этом. Чем больше совершенно верно людей присоединиться к этим движениям, тем будет гораздо лучше. Сейчас очень многие люди нуждаются в этом тепле, в доброте. И речь идет не только о финансовой поддержке. Вот каждому человеку кажется, что это обязательно финансовая поддержка, а это же и поддержка моральная. Это просто позвонить человеку, с ним встретиться, проведать его в больнице, купить учительнице продукты. 150 раз позвонить своим родителям, которым им престарелым, им и 10 тысяч раз сказать маме и папе, как вы их любите. Это же так важно. Мне очень хочется, чтобы все это делали каждый день. Покажи вы ваши родители. Старайтесь не забывать о них. И если вас даже иногда такое слово бесит, что вам 10 раз задали один и тот же вопрос, а вы 10 раз на него ответьте, потому что это мама, потому что это папа, потому что это дети, и... Надо бути добрее. Я можу вже читати навіть лекції по тому, як бути терплячим до п'ятдесятого питання. Ти, ти вже їдеш є. на роботу? Да? Да, да, иду. Да? И так, так что и ты и в машине? Всю ты, ты же в машине, да, и так всю дорогу. Ну и, и что? Доїхав. Я когда-то уже перестал обратить на это внимание, потому что я понимаю, насколько мама действительно... Совершенно верно. Мама За может сто раз сказать, Андрюша, один шапку. Надо сказать, я уже одел. Но стало легче. Мы поставили один на одного маячки в телефоне. Теперь мы ну, знаем, вот видите, где мы Ну вот видите, видите, как это <laughs> И мама не волнуется, и у мамы будет хорошее настроение. И она дольше проживет. Вот поверьте, когда у человека хорошее настроение ему не горзят депрессии никакие вообще депрессия у людей это когда им нечего делать ведь нечем заняться поняли я, я кажу богатую вильную совершенно часу. верно у меня нет секунды свободного времени я прибегаю я все время занята откуда же у нас может взяться депрессия мы все время пределе и ну это очень очень важно вот поверьте поверьте моему богатому опыту и еще я учу людей уметь в жизни принимать решения когда на программу я работаю э, экспертом на двух телевизионных проектах, стосуются кожного уговорить Украина, они очень интересны, это настоящие истинные социальные проекты, туда приходит масса героев со своими проблемами, и когда ты его спрашиваешь, почему вы себя так ведете, почему вы черпите насилие, почему то, другое, они всегда говорят, у меня не было выхода, у меня нет другого выхода, так вот, выход есть всегда, нужно только уметь его принять, вот взять, закрыть глаза сильно, вот и понять, что нужно это сделать, и обязательно выход из ситуации найдется. Надо уметь принимать решения и нести за них ответственность. Решения принимать самому всегда. И поверьте, уж те решения, которые вы примете, и я могу это увидеть по своей жизни, они всегда потом будут правильными. Повертаючись до ось того балансу, про який ви казали, між завантаженістю робочою сім'єю, хобі, справою життя і так далі. Зараз багато хто слухав, і їм треба зрозуміти, як це робити, тому що більшість людей падають з ніг на роботі, приходять додому, вже не мають можливості спілкуватися з рідними близькими людьми, як знайти той баланс. Між ну, во Між первих кадави приходите домой, ви должны забути всі дела. которые у вас были на работе, это и касается мужчин, например, и я всегда, знаете, иногда звоню друзьям, говорю, где твой муж, она говорит, ну там на переговорах, смотришь пол первого ночи, но переговоры нужно вести в рабочее время, и когда он в пол первого на переговоры, это говорит о том, что он просто не хочет идти домой, так задача женщины сделать такие условия дома чтобы эти переговоры были лучше дома и лучше со своей женой, со своей семьей. Найти этот баланс сложно, но можно. Нужно только постараться правильно распределить время, распределить, какие первостепенные задачи, какие нет, что нужно решить сию минуту, на что вы можете повлиять, а на что вы не можете повлиять. Я очень долго к этому шла, пока научилась и дома быть хозяйкой хорошей, и хорошей женой. Я не могу сказать, что я образцово-показательная бабушка, я не сижу со своими внуками, но я всегда прихожу к ним в гости, я хожу на всех их праздники, я слежу за ими успехами, я всегда с ними на связи. А детям своим я говорю слова Игоря Губермана. «Жестоки с нами дети, но поверьте, что далее на свет родятся внуки». А внуки – это кара нашим детям за наши перенесенные муки, так что уж будьте добры, дети, занимайтесь сами своими детьми, а бабушкам и дедушкам оставляйте только приятные заботы и радость проведения своих выходных со своими внуками. Чудово. Идеальный рецепт, идеальный вариант, но ну, зараз вам доводится принимать дуже швидко рішення. Тому що у нас є опитування. Тому що в мене так да, є нас завжди тут то, той бліц, який я дуже і дуже люблю, і головне відповідати швидко, майже не задум. Треба вибирати. Буде два варіанти, і з них треба буде вибрати один або обидва, або жодного. Хорошо. Нічого важкого. Отже, готові? Готова. Поїхали. Чай чи кава? Кава. Сукня чи штани, штани, гроші чи визнання? Визнання. Кросівки чи підбори? Підбори. Потяг чи літак. Літак, Вино червоне чи біле, червоне, сім'я чи кар'єра, сім'я, кіно чи театр, театр і зараз у нас замість прощання є два запитання на завершення чи є людина, чи люди заради якої чи яких ви готові фізично померти? Ну тобто, віддати своє життя не просто як красиву фразу, а віддати, а віддати своє, своє життя своє для життя. того, щоб Рятувати. друга людина могла жити далі. Ну, мне кажется, что не 99, а 100% женщин вам ответят на этот вопрос так. Это мои дети. Ради своих детей мы готовы на все. И замість прощания еще. Как бы мэр на зустріла Бога и была бы возможность ему подякувати. За що самое? Я бы ему сказала спасибо за свою жизнь. За те, що мені уже не хочу говорити в ефірі сколько лет, і що я вважаю, що я її живу правильно і красиво. Марина Кінах, заслужена журналістка України, громадський діяч. Ну от тепер оці регалії геть не потрібні після цього інтерв'ю. Я думаю, що бодай частиночку того, що є у Марині Кінах, ми вам передали за допомогою цього інтерв'ю Київ Інтерактів ВІПІ. Почуємось та побачимось у п'ятницю традиційно на Київ.ФМ та у нашому Ютуб каналі. Ставте пальчик вгору, обов'язково лайк і, звісно, коментуйте. Світлана Василенко, Андрій Корнауха Марина Кінах. Сьогодні ми були разом з вами цієї п'ятниці. Почуємося, побачимося. <гум> <гум> Київ інтерактив із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала-крем, моменту Крем -дала -крем. нашого міста щоп'ятниці о 13 на Київ ФМ та на нашому Ютуб-каналі. Інтерактив.